зовут. Ну ты там ее убери. Ты не снимал. Здесь режимное помещение. Помещение? А здесь обычный муниципальный земля. Да не снимал, я слушаю! Сэй, беги! Руку больно! Руку больно, пустите! Скоро вызовите, не помню, что там случилось. Рука онемела. Левый. Скоро вызовите, я требую скоро. Хотите понимать, вы в своем мире? Нет, я живу по закону Российской Федерации. Нельзя жить по закону Российской Федерации. Почему нельзя жить по закону Российской Федерации? Вы сотрудник полиции, не живете по закону Российской Федерации? Я соблюдаю свои законы. Знаете, хитро. Вырвите сухо, не понимаете, как я зашел. Нихуя сухо вытащил, блядь, тренинг положил. Все. На этом вещах нахуй шланусь. Ну, руками, я. Сейчас не будем захоронить, блядь, просто вырыли, блядь, и уйдите. От вас больше ничего не требуется. Здесь камер нет, камер придурок. Я у него сейчас, блядь, сделаю. Вот мы, конечно, никого какого-нибудь одного потащили бы. Учили нас. Конечно, по-второму надо. Кто наорет, что все заинтересованы. Правильно говорит-то. Плышки поизымали, взяли бы это, осмотр произвели, вставили бы их в компьютер. Там было видео, допустим, на флешке, там вашего тела. Да как? Ну, в интернете он есть. В интернете есть, а у меня же тут есть интернет. Я говорю, я впервые с таким сталкиваюсь. Ну, это же как-то это, ничего. Что-то так у тебя. Это ничего, не боится. Нельзя их бояться.